едет кабинка. Там, по-моему, вчера смотрели с аэропорта. Там все сначала. Сейчас что, в космос? Ну что, в космос? Привет, пока видно. Один спустился, видимо, слышишь. Не один, там человека три. Это лешки поднимаются. Вон он, да? Все подписано. Класс. Это 4807 метров. Вот, можешь увидеть. Ишь ты. Куда-то поперлись. Так у них несколько маршрутов. Одни идут одной стороной, другие идут другой. Вон там целая группа. Анна Владимировна. То ли... Да, да. На вот... фоне Монблана. Да, то мы... ли стоянку на фоне разбили, Монблана. То ли... Чувствуем себя прекрасно. Тут очень тепло, очень интересно. Вот думаем, это все-таки штурмануть, не штурмануть. Штурмануть, не штурмануть. Вот примкнуть нет. Вот, вот так же да, пройтись, вот так, может вот быть. Да. Некоторые товарищи. Может быть, сейчас и поднимемся в путь. Монблан 4800.
это, конечно, круто. Желающих-то достаточно. Нет, я просто понимаю, что мы когда на свою главу супку карабкаемся, да, и как-то чувствуем себя почти на 5. Вы видели где-то лифт? Да, мы сейчас
к сожалению, вот это провода, да. По которым кабинка. К сожалению. Мы сейчас кабинку поймаем. Эксельсиор. Давайте. А, ну сейчас уже. Все, машем. Ура!